И всем привет, с вами Ростиксон. Вы заметили, как все быстро меняется в крипте? Если недавно я торговал на Радиуме, и там то со слипычем, то еще какая-то шняга. И недавно я нашел один из лучших инструментов Bull X, и в этом видео расскажу вообще, как, что делать, и расскажу о своем опыте, как я торгую. То есть представьте, благодаря этому боту вы сможете продавать лимитными на Dex. То есть здесь много всего, и мы узнаем по очереди. А также все ссылочки на BullX будут в описании. И здесь график гораздо быстрее, чем на DexScreener. Анализ. Покупаем, продаем, как я уже сказал. В том числе лимитно. Можно находить токены по своим фильтрам. И все в одном месте. А также можно пользоваться и с телефона, и с компьютера. Да-да, на самом деле я не хотел как-то переходить сюда. Потому что я уже... Мне понравилось на Dex торговать, но BullX намного лучше. Я открыл уже одну позицию, и это намного лучше. Начнем с BullX. Это... Авторизация происходит через Telegram, а не через кошелек. Для того, чтобы получить кошелек, просто переходите по ссылке в описании и заходите. А там у вас потом будет просто в Телеграме, как только вы зайдете, по ссылочке заходите и логинитесь через ваш Telegram. Так, все, идем дальше. Очень сильно похож на Dex Monitor, но по функционалу здесь все намного круче, быстрее и удобнее. Так, все по очереди. BullX на разных чейнах, но я в основном планирую использовать Solana. Потому что там ликвидность побольше, вы просто нажмите на глазик и вы выберете ту сеть, которую нам нужно. Да, кстати, не забудьте поставить лайк, пожалуйста, это продвинет видео. Вот оставляем Солану. Так, что еще у нас? Нажимаем Start Trading. Новые пары. Здесь публикуются новые пары, которые есть в Солане. Давайте рассмотрим интерфейс. Здесь, по сути, все, что нужно для того, чтобы сделать анализ, посмотреть график. В начале название, можем скопировать адрес контракта. Также мы видим, какой пул ликвидности используется, как давно он залистился. Если есть вот такая таблетка, то значит токен с памп-фана. Немного позже я расскажу, что такое памп-фан, для тех, кто не знает. Если у токена есть социальные сети, то они тоже здесь будут. То есть понимаете, насколько это удобно? Вам не нужно больше никаких других ботов искать социальные сети и так далее. Если они есть, то вот они, социальные сети, просто нажав. И куда вам угодно. И посмотреть нужные вещи быстро в одном месте. Дальше мы видим время создания токена, когда он создан. Текущая ликвидность, стартовая ликвидность, капитализацию, покупки, продажи, объем и аудит. Вот это очень важный пункт, самый важный. Потому что если брать токены в сети Solana, то у них не так много критериев, по которым их можно оценивать. Допустим, если мы берем критерии безопасности, они здесь все перечислены. Первый пункт, если у разработчика возможность минтить токены. Второй пункт, если заморозка, так называемая. Сейчас есть в сети Solana новый вид скама, когда вы покупаете токен, а продать его не можете. Если здесь будет гореть красный значок, то лучше такой токен не покупать. Раньше такой функции не было в Solana, сейчас есть. Такс. Вот третий пункт. Сжигал ли разработчик LP токены? Было ли сжигание пула ликвидности? Если не было сжигания пула ликвидности, то у разработчика есть возможность rug pull. Поэтому это важный пункт. Следующий горит красным, если у топ-10 холдеров больше 15% монет. То есть вот это тоже. А если этот критерий в норме, то он зеленым. Я думаю, вы понимаете, насколько удобно. Потому что я раньше на токен снифере по контракту делал. Здесь довольно хорошо.
Грам, так, с Твиттер и так далее. Здесь все сразу на одной панели. Раздел, клик. Смотрите, вот здесь есть быстрая покупка. Вот здесь вы можете указать какую-то сумму в саланах, на которую я хочу совершить покупку, и при ресерче токена вы можете совершить покупку одним нажатием. То есть смотрите, вот здесь я написал на сколько, и одним нажатием токен купится. Это прям высший уровень. Для того, чтобы в боте купить токен, вам нужно с DEX монитора, потом перейти в бота, вставить контракт. Если не быстро, то появится информация. В общем, вот это очень удобно. Быстрая покупочка, да? Это долго. А здесь все быстро. Ресерчить и сразу же купить. Есть фильтры. Есть блокчейне. Настроить фильтры. Например, ликвидность, volume, market cap. Также вот LP Burnet, вот это все. Топ-10 холдеров. Если социальная сеть, а также объем ликвидности, капитализация и так далее. То есть это очень удобно, и я бы настроил на вашем месте. И здесь уже будут появляться токены, которые будут подходить по параметрам. Это очень удобно, и это прям... И также мы сокращаем research. По новым парам, я думаю, все понятно. Давайте перейдем к следующему разделу Pump Vision. Это еще одна из топовых фишек BullX. Сейчас такая фишка есть и в фотоне, но тем не менее. Для тех, кто не знает, Pump Fun — это такая площадка, где любой человек может создать токен в сети Solana. Там просто мы создаем токен, там много токенов создаются, постоянно появляются какие-то токены, и они довольно дешевые на самом деле. И потом на Pump Fun, как только собирается ликвидность, то токен листится на Радиуме. На Pump Fun суть то, что там любой человек может создать очень быстро токен. Есть возможность покупать токен с Pump Fun. То есть, допустим, на Радиуме мы не смогли бы купить, и не все боты так могут. Вот видите, у меня тут быстрая покупка, я могу покупать. Вот с помфаном. Как вам, кстати, что непонятно, какие будут вопросы, задавайте в Телеграме. А, кстати, забыл добавить то, что я сейчас веду свою рубрику со 100 долларов до доллара миллионера. У меня уже депозит 400 долларов. И я в прямом эфире показываю все свои сделки в Телеграм-канале, когда это крупные, допустим, покупки на 150 долларов, какие-то важные с нарративом. А в чате я просто закидываю, допустим, условно, лут монетку на 5-10 долларов. В чате мы общаемся, делимся своими монетами. Вот, как-то так. BullX предоставляет видеть токены с помфана очень приятно. На помфане довольно неудобно. Три секции. Новые токены, которые создаются на помфане. Также можем фильтры состроить. Ставим эти фильтры. В этом разделе появляются токены, у которых идет эмиграция на Radium или у которой рядом с ней. Если токен уже эмигрирует, то надпись «Миграция» появляется. А здесь токены, которые уже эмигрировались и торгуются на Радиуме. Также во всех разделах можно ставить фильтры. Что мы здесь видим? Вот эту шкалу заполнить. Сколько токенов осталось денег, чтобы мигрировать на Радиум? Понимаете, о чем я? То есть вот здесь осталось не очень много. Здесь уже практически. Да? Так, что еще хотелось бы добавить? Также мы видим социальные сети, сайт и все, что нам для этого нужно. Еще мы видим количество холдеров на PumpFunny и количество комментариев. В PumpFunny есть у каждого токена раздел, где могут оставить комментарии. И там его используют как чатик. Там бывает такое, что вообще там создатель вообще продает все свои токены. И в чате там происходит какой-то движ. Например, кто-то собирается и создает
Такс. Мы здесь увидим, что токен не был активен до этого. Если мы... Так, что еще у нас есть? Немножко туплю, потому что видео сложное. Всем спасибо за, скажем так, терпение. Так, идем дальше. Также мы видим капитализацию и есть возможность быстро купить токен. В разделе Explorer мы видим монеты. Насколько опасно покупать эти токены? Новые бары, смотреть какие-то победители, лузеры. Тут примерно все одно и то же. Видим токен, социалки, название. Все то же самое. Также у нас есть watchlist. Например, вы рассматриваете токен для покупки и хотите за ним понаблюдать. Вот, допустим, читан я сейчас добавлю в watchlist. А как добавить? А, вот он. Все добавил. А. Также Explorer можно видеть наши позиции, наш PNL. Почему-то разработчики сделали так, что некоторые вещи дублируются в многих разделах. Но и тем самым функционал здесь платформа не перегружена. Здесь все максимально просто и удобно. В разделе Wallet мы можем посмотреть свой кошелек. Добавить. Для того, чтобы посмотреть приватный кошелек, мы просто там сохраняем файл, вот тут полазите, найдете и качаете это обязательно. Ну, чтобы там, вдруг мало ли что, кошелек у вас был, у кого. Здесь можно видеть историю ваших трейдов. Мы пополняем кошелек, просто вот добавляем add funds, сюда закидываем деньги, закинули саланы, вот они, допустим, на кошельке. Я вот до этого уже... Видите, $16 у меня в токене читан. Так, идем дальше. Также мы можем сделать тут несколько кошельков. Давайте перейдем в раздел торговля. Так, можно вообще взять токен спамфана, не имеет значения, какой это токен. Мы открываем его и видим обычный торговый терминал. То есть, что в помпане, что в другом. Какие фишки добавили в Булыксе? Здесь, допустим, вот разработчик покупал, продавал. Видите, dev sold, dev покупает. То есть тут много интересных штук. Их можно и убирать. Также у вас есть мои трейды. Здесь видим капитализацию, необходимые параметры. Также видим аудит. Так, сейчас что-то его не вижу. Вот. Есть еще кнопка Bubble Maps. Она довольно удобная. Просто это прикольно. Здесь визуальная карта распределения токенов. То есть я когда я первый раз видел, вообще очень удивился. Так, идем дальше. Ну, из интересного, то есть мы можем по маркету сразу покупать. Допустим, ну вот настолько, да? Столько я покупаю монеток. Но надо брать во внимание, что мы тратим какие-то деньги на газ. Это $2, да? Но самое главное, то, что мы можем продать лимитным ордером. То есть вот при капитализации, допустим, 100 тысяч, то есть в X2. Многие же, наверное, например, человек берет, вот тут вот покупает, идет спать, просыпается. Как бы, окей, монета выросла, но он как был на дексе, столько уже у него осталось, он проснулся. А тут можно очень удобно поставил, купил вот здесь, допустим, лимитку поставил на X2 или на сколько там. Если цена дойдет, то вы продаете. Поначалу стоит потыкать с небольшими суммами. Вот что я хочу сказать. Смотрите, видите, тут идет миграция прямо в прямом эфире. Очень интересно, да? А, у нас, видите, нельзя продавать. Хорошо, теперь можно зайти в мои позиции. Вот, допустим, на моем примере токена читан. Вот я его купил на такую-то сумму. Вот сейчас, допустим, мне интересно, если по маркету я продам, сколько это будет? Это будет вот столько. То есть, а лимит намного интереснее.
То есть я продаю примерно на 10 миллионах, лимитку поставил. И вот это одно из самых важных, почему торговать на Bullipsy. Это просто киллер фича, как по мне. Плюс дизайн очень приятный, как будто какая-то биржа, прям вот реально. В портфолио, что мы отслеживаем монет, как я уже говорил. Угу. Только у меня панель показывает, что это не тот, но окей. Так вот, переходите по ссылочке в описании, если вы зарегаетесь, мне там будет какой-то бонус, очень буду благодарен вам. Конечно, отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Очень рад, спасибо за просмотр. С вами был Ростиксон. Это я, получается. Давайте, ладно. Тут такой музыка идет. Можете вот зайти... Вот картель, допустим, он стоит 200 долларов... Он стоит 200 долларов в месяц? Картель, да? Интересно. Приватка вот эта вот за 20 долларов стоит. Еще там другие приватки, я в них состою. Как блогер, да, там, то есть у меня есть некоторые... Да, состою, скажем так, уже вам их показал. У меня есть папка интересная, вот за которую я сам лично слежу, наблюдаю. Вы можете добавить ее себе в Телеграм, то есть там интересные каналы, по моему мнению. Да, вы можете подписаться на мой канал, на мой чат. То есть, допустим, вот я тут пишу, ой-ой-ой, вот тут пишу, у меня нет мозгов, зато есть идея там. Объясняю, почему я покупаю ту или иную монету на 100 долларов. Видите, на 3 августа, да, сейчас 4. При капитализации 180 тысяч долларов. Видите, не изменено, то есть такой пост, да? Потом заходим, и сейчас капитализация 475. А в пике была, сколько была в пике, то есть еще больше, да? И я пишу обо всех своих мувах, вот я сейчас даже вот кошелек сюда вставлю свой, обо всех своих мувах в канале. То есть в канале я стараюсь, знаете, такие какие-то темки, то есть вот тут видно, я покупал на 130 долларов, да, как сказал, на 100 долларов, продал на 226, еще у меня 87 долларов в монете осталось, да, вот, допустим, кто будет смотреть видео, потом скажешь, что с этой монеткой случилось. И то есть там, вот про все так я говорю, допустим, где-то вот я говорю про картель, и как раз вот именно, что вот эти приватки вам не обязательно покупать, вы можете следить пока попервой, просто повторять мои действия, потому что я фактически вот повторяю действия каких-то вот крутых чуваков из приваток, стараюсь чему-то у них научиться и так далее. А в чате я прям вот закидываю, знаете, вот, допустим, купил муму на 50 долларов при вот такой-то капе. Допустим, для канала, если это маловато, чтобы не тегать, да, по 100 раз, я в чате закидываю, тут у нас, мы делимся там профитами, еще чем-то. Ну, в общем, а, ну и регистрируйтесь в BullX по ссылочке в описании. Спасибо. Ладно.